Всем привет! С вами Аркс Плюй, и это ПВП-шечка. Вы можете заметить, да, что сейчас звук стал тише, да. Поэтому прямо сейчас напишите в комментарии, какой лучше звук. Как был до этого видео, вы можете глянуть последнюю ПВП-шку, где я играл с Свеном против Шамана. Или как сейчас. Сейчас звук, он более чистый, в первую очередь, потому что без усиления. До этого он был с усилением, и там были механические такие помехи. Но сейчас, может быть, меня довольно тихо слышно. Поэтому напишите в комментарии, как лучше, как сейчас снимать видео дальше, таким звуком, или как раньше, громче. У нас ПВП за Тини. О, против Клопы, Тини против Клопы. Тини! Тини довольно интересный персонаж, очень интересный герой. Мы прошлый, это, я сегодня как раз снимал прошлый ПВП, там у нас был Свин. Свен, да? Я думаю, за Тини все равно должно быть больше шансов убить, чем за Свена. В первую очередь, потому что у Тини есть второй скилл. Но здесь Клопа. Короче, если грамотно сделать, как я думал, да? Просто подойти к врагу, подойти к нему. Кинуть его под вышку на крипов. Все, он бы сдох. Ну так мы делали, мы играли с другом сейчас в лобби, да? Просто разминались. Так получалось против Джакиры. Но... Против Клопы это будет тяжелее сделать, потому что я ее кину, а она сделает прыжок. Ладно, будем думать. Будем думать. Она будет по-любому первым скиллом спамить, да? Ну вот, мне бы банку забрать, было бы шикарно. Тине тоже хорошо банка идет. Даже если мы не будем там кидать под вышку, и у нас будет банка, мы просто сможем скиллами делать прокасты очень сильные. Она просто замучается. Не выдержит, и все, ее пуканчик. Ну что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Тини вообще красивый герой, мне всегда нравилось. Такой маленький карлик. Особенно, когда он покупает Аганим, и он не качает ульту. Он такой маленький будет, у него огромная такая дубина будет. Вообще так прикольно. Ну ладно. Так, давайте пойдем стопить крипов. Я вот думаю, как бы ее убивать нам, как же все сделать. Но это как игра пуджом против Клопы, то же самое. Ты кинешь хук, да она уйдет, это логично. Поэтому как делать пуш? Он ее провоцирует, чтобы она прыгнула, и только потом кидает хук, чтобы у нее не было прыжка. Давайте сейчас она первый скилл кинет своего босса на яд. Ах, тварь, а убила крипа дальнего, засранка. Да, пошел первый скиллок. Здесь можно было пробовать собрать даже этот, стики. Опа, нету ничего. Опа. Опа. Молодец, хорошо так просел, красавчик. Давай, прыгай ко мне. О, вот это называется пофармил. Ха. Да. Так, давай, шваль, давай. Кидай, говно свое кидай. Вот видите, она подошла. Но она, даже если бы я кинул ее... Вот, почти. Смотрите, сейчас я попробую кинуть ее. Давай, шмара, иди ко мне. Нет, видите, она далеко. Эй, говно. Так она здесь такая игра получается. Ну давай. На тебе, шваль. Живи. Ладно, все, я умру. Она максит, видите, первый скилл. Так, букс. Ладно, хорошо, есть первое убийство, допустим. Ну это лучше, чем я думал получилось. Мы убили ее гораздо быстрее. Хорошо, покупаем стики. Она будет юзать постоянно свое говно, да? Мы уже знаем. Еще в идеале мы можем купить колечко. Давайте купим кольцо. Тоже отличный вариант будет. Потому что я уже говорил. А, у нас нету, блин, ТП. Ладно. А если мы сделаем таким образом? Ой. Я теряю время, конечно. Смотри, соберем это говно. Сделаем ТП. Соберем до конца. Вот в идеале, да, у нас как раз будет сейчас танго и стики. Минус ее первого скилла, что у меня есть время лечиться. Самое главное, чтобы я вот был в плюсе просто. То есть, чтобы я мог лечиться больше, чем я теряю. Тварь тупая. Окей, стой здесь, говно. Ну давай, иди ко мне, шваль, иди. Ну опять же, я брошу, да, она просто прыгнет. Вот сейчас можно бросить ее. Ну иди ко мне, говно, давай. Блин, тупая дура, обоссанная. Решила пофармить.
Опять же, я говорил, если мы сейчас получим левел, да, мы можем пробовать ее дамажить. С помощью прокаста потом будем убивать. Тупая тварь, а. Ах ты тупая. Так, ну, крипов много, это плохо. Плохо, плохо, много крипов, плохо. Видите, еще минус, что я ее убил, и она меня, поэтому я уже не могу рисковать, да? То есть, получается, единственный шанс будет. Так, нормально, пробил. Все же я хочу попробовать собрать колечко. О, не колечко, а банку. Вот шикарная банка, тоже пойдет. Эй, говно. Ладно, почти. Так, видите, благодаря, что у нас есть, ну, талисман, у нас все равно хватает маны на прокаст. Эй, говно. Так, ладно, допустим. Смотрите, можно, в принципе, попробовать ее с прокаста убить. Там кура где-то была, да? Вот она, кура, смотрите. А я же за куру могу деньги получить. Ха-ха, лол. 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 За куру. Ну давай, кидай свое говно, а я пошел на базу. Ладно, так, 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 братюня, живи, живи, живи. Я живу. А, не, смотрите. Давай, братиш, давай. Ну? Пу! Да ладно, ну как промахнулся-то? Господи Иисусе, как? Как? Это что-то из грани фантастики. Я же прям в нее кинул. Хорошо, допустим, ладно, ладно. Ладно. Ну вы видели, все было настолько продумано. Я не знаю, насколько ей повезло. Вроде кидал прям идеально в нее. Как? Ладно, постараюсь, чему будем удивляться. Так, как же мы можем сделать? Мы сейчас можем купить, короче, колечко. Но вы видите, что я уже убиваю. Кстати, у меня 1000 хп. У меня 1000 хп. Ля-ля-ля. Привет, говно, 1000 хп. Потом мы сделаем вот так и вот так. Давай, говно, поиграем. Ну-ка, а если мы сделаем вот так и вот так? То есть танго против нее очень хорошо идет, чтобы мы могли это хилиться именно временно. Вот так, потихонечку хилить, и чтобы не сбивалась хилка. Так, теперь у нее есть ульта, скорее всего. Так, ладно, почти. Капец, я думал, что уже все, игру закончил. Ну ладно. Так, господи, дайте пофармить. Так, давай, давай, детка, ульту надо качнуть будет. Не забывайте, что ульта усиливает наш второй скилл. Где-то она затаилась, говна кусок. О, больно, да, параша? Больно тебе, а? А так тебе нормалек, говно? Ну-ка, подождите, нам бы хватило бы на прокаст, я бы ее убил. 240, давай, братюня, давай, 240. Смотрите, она уже начинает очень сильно проседать по хп, вы видите это, да? Все, у меня есть два скилла. Так, ее, наверное, ошибка в том, что она мне дала, короче, расфармиться. Не то, что расфармиться, а левел поднять. Потому что реально, у меня сейчас очень сильные скиллы будут. 420. О-о-о. Мне кажется, пока я не могу ее убить прокаста. Нет, не могу. Пока еще не могу. 800. Ну, конечно, не могу, нет. Да, то есть я отниму половину хп точно. Половинку, половинку, половинку. Но все равно, ей тоже будет меня очень сложно убить, так прям с одного удара. Давай. Так, давай, говно, давай. На, пес. Изи-бризи. Изи-бризи! Отключилась такая сразу, пуканчик рванул, да? Жопка, жопка! Пшшш. Горит жопец, горит! О-тю-тю-тю-тю. Ну ладно, мы с вами что увидели? Я говорю, что Тини довольно уверенный герой в ПВП. Довольно уверенный. То есть, если бы она была ближним боем, и она бы наглела, мы бы кидали ее под вышку, 100% мы даном бы ее уже убили.
Но мы убили затейник Вапу с блинком. Понимаете, с блинком. Само собой, да, мы уже набирали хороший левел, поэтому вы узнаете, что когда у вас будет такой хороший левел, вы, в принципе, будете многих убивать с прокаста. Особенно таких вот, более-менее тонких. Но она не слишком тонкая, у нее там сколько было, 900 хп почти, это, в принципе, не тонкая. Мы с прокаста ее не убиваем. Но все равно, вы видели, там мне помогло, что я кинул под вышку тоже, там вышка нанесла 2-3 удара. Ну, в любом случае, отличная PvP, мне понравилось. Мне понравилось. Напишите в комментарии, какой звук лучше, как сейчас или как был до этого в прошлом видео. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.